Всем привет, продолжаем гулять по выставкам Ферроарте. Есть такой комплекс у нас на Васильевском острове. Рекомендую всем посмотреть, я частенько там бываю. Так вот, здесь проходила выставка, персональная коллекция Виктора Пирайнина. Называлась «Великая армия Наполеона» или «Рисунки Андрея Захарова из собрания Виктора Пирайнина». Как написано в анонсе, экспозиция знакомит зрителя с небольшой, но значимой частью собрания коллекционера. Это серия рисунков художника Андрея Захарова, которые посвящены французской армии эпохи Наполеона Бонапарта. Действительно красивые рисунки, но вот я в живописи-то не понимаю. Я просто вот если мне нравится, то нравится, если не нравится, то не нравится. То я выражаю свое мнение, конечно, здесь и говорю, что мне понравились рисунки Андрея Захарова. Он действительно человек, видимо, заинтересованный, который был заинтересован в изучении истории наполеоновских войн. Надо действительно быть человеком заинтересованным, чтобы создать серию таких графических изображений, обмундирования французской армии, оружия, ну и так далее. Надо сказать, что когда Андрей Захаров подошел к этому вопросу, к вопросу о реализации своей идеи по графическому изображению наполеоновских войн, изображению солдат, офицеров Наполеона, он, в общем, подошел к этому с азартом истинного исследователя, как написано, дополнив каждый графический лист развернутым комментарием к изображенной сцене. Начал изучать французский язык, которым никогда ранее не интересовался. Но человек, видимо, такой интересный, сам из донских казаков. Прадед был и Саулом, участвовал в гражданской войне 12-го года. Как написано в анонсе, для художника Андрея Захарова это не бесчисленные, едва различимые для глаза неопытного фигурки. Фигурки не победителей, не побежденных, а живых людей. Может быть, поэтому эти рисунки трогают даже тех зрителей, которые никогда прежде не замечали за собой интереса к военной истории. Вот посмотрите на эти работы. Они мне понравились. Ну, как говорится, каждому свое. Это здорово, что у нас и у каждого есть свое мнение. Мне понравились работы из персональной выставки Виктора Пирайнина. А художник в основном здесь Андрей Захаров. Вот, собственно говоря, все. Вот, посмотрите, оцените. Кто досмотрит, тот молодец. Кто не досмотрит, тот не досмотрит. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Показал вам выставку из коллекции Виктора Пирайнина. «Великая армия Наполеона». Рисунки Андрея Захарова. Все, всем пока, всем привет, до свидания.